Противопаводковые мероприятия продолжаются на севере нашей страны, восточно-казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях. Вода там отведена и откачана из 7710 жилых домов, а также 2844 дворовых территорий. К этому часу по республике вернулись в свои дома 43015 человек. В эвакопунктах остаются пока еще 6338 казахстанцев. А всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек. Также 1529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и сотня плавательных средств. 6 также воздушных судов. По оперативной информации местных исполнительных органов, на сегодняшний день подтопленными остаются 5678 жилых домов, из которых индивидуальные жилые строения – это 5607 и многоквартирные жилые дома – 71, а также 17907 дачных объектов. Техническое обследование проведено по 2947 жилым объектам. По его результатам предстоит заново построить 1553 из них, а в ремонте нуждается 1786 домов.